В России начинается осенний призыв. Со 2 октября 6 тысяч тюменцев попадут на призывную комиссию. По плану областного военкомата пополнить вооруженные силы должны 1900 жителей нашего региона. 15 из них будут проходить службу в президентском полку. Министерство обороны принимает на себя вот такие обязательства, значит, все и предоставляет возможность родителям и представителям общественных организаций сопровождать молодых ребят в составе команды до воинской части. И берет на себя обязательства по оплате проезда и размещению в месте нахождения воинской части.